Приветствую, друзья! Сегодня у нас уикенд, то есть выходные дни, наконец-то от работы. Мы приехали в Сан-Диего, парк аттракционов. Тут и морские животные всякие. Называется Sea World. Да, вот так, правильно, наверное. Не знаю, что буду показывать вам сегодня, но, по крайней мере, билеты купили. Билеты стоят по 30 баксов. Парковка стоит $72. Да, вот такие цены. И я думаю, что нас ожидает очень хороший, приятный день. Тут, конечно же, играет музыка. Я не знаю, YouTube там забанит, не забанит. Но все же. Это вход и вход на три стороны. Парк на самом деле очень большой. Вот, и мы попытаемся сегодня обойти все. Поэтому, может, видео будет длинным. Но я постараюсь показать самые интересные моменты. У нас тут бассейн, касатки. Закрученными плавниками, не знаю почему. Вау. Крутяк. Парами плавает. Если будет шоу, сейчас покажу. Ну, красиво. Красавки плавают. Ожидаем шоу. Надеюсь, будет красиво. Let's go. Making it easier for them to surprise and catch their prey. Так, рыбался. Еще пустим. When viewed from above, the black of the whale blends in with the dark depths of the ocean. The surface of the water, blending with the light above, giving them the perfect camouflage. Killer whales truly are a natural wonder, and my friend Orchid here is going to help me show you some of their physical characteristics. Of the killer whale, propelling them up to speeds of 30 miles an hour, which is as fast as some of our speedboats. But an orca swims the fastest and uses the most power when they're propelling their nearly 10,000 pound bodies all the way up and out of the water. Вот и я мокрый. Накрыли полностью. На голове мокрые. Ну, цены тоже. Весь. Я не знаю, как далеко с хвостом достает. Promote individual personalities. Each and every day, they challenge us, and we try to challenge them, and try to stimulate their minds, engage. There you go. And they all have their own unique vocalizations as well.
несмотря на то, что я весь мокрый, шоу реально крутое. Классно, показывает. Я думаю, вам тоже понравилось. Так, тут фламинго включат. Розовенькие фламинго в лучах заката. Вот, мы хотим на аттракционы пойти. Народ посмотрится. Так понимаю, там морские котики. Орёт. Получается смесь зоопарка, грубо говоря, морского, да, и аттракцион. Тут зашли, где маленькие акулы. Ну, то есть тут маленькие, большие. Это вроде тигровая акула, которая большая вырастает. В общем, куча развлекательных штук. Для детей все, наверное, самое то. Ну, не то, что, наверное, 100%, потому что еще есть параллельно, но это все аттракционы. Так, тут у нас туннель. Какие-то розовые главы. Супер себя. Ты будешь думать. Лежат. Так, следующее движение — это дельфины. Шоу через 10 минут. Посмотрим, что будет. Смотрите, эти товарищи. Сейчас дельфинарий, я был очень давно еще в Одессе. Тут, я думаю, поярче будет. Ну, не факт.
короче, дельфинчики какие-то такие попались, ленивые. На касатке лучше исполняли. По целом езде гулять. Шоу морских котиков. Народу тоже куча. И тут интересно, как он шоу делает. Общаются, разговаривают. Типа есть приколы какие-то. Все, понятное дело, на английском. Я половину понимаю из того, что говорится. Я все вам. Идем дальше. Ух ты, какой красавчик! Да ты шо? Класс! Хочу тоже потрогать. Да их тут два, смотри. Ой, вода холодная. Вот как. Бляха, иди сюда же, ну. Иди сюда, ты такой хороший. О, не скользко, это да, что? Да, да, ты что? Это акула. Осетр, что ли? Это осетр? Иди сюда, у тебя красный. Бляха, ты что какой? Смотри. Ребята, что вам сказать? Парк, ну, очень большой. Мы уже тут ходим порядка 5 часов. Вроде бы устал, а вроде бы и нет. Много всего интересного. Считайте, покупаете. Я вам сказал изначально, что билет стоил $30. Но $30 это очень крутая цена, потому что взяли по скидке. А вообще по факту сюда стоит билет от $100. Но я вам скажу, даже за $100 это стоит того, чтобы посетить, посмотреть это место. Сюда съезжаются со всей Америки. Также тут есть знаменитый парк. Сафари-парк, так называемый, Сан-Диего. Один из лучших в мире. Один из лучших. Но я жду семью. И я думаю, с семьей я уже посещу его. И вам тоже об этом всем покажу. А пока гуляем. Is there only one in there or two? Two doesn't look like.
Не морской слон, не? Даже так заходишь, ну везде такая атмосфера охеренская, просто капец. Вот все сделано просто для людей. Вот я не знаю, я вот сколько там где был, первый раз я вижу такие масштабы и насколько все круто сделано. Просто очень круто. Вот. Сейчас мы посмотрим, еще там кто-то плавает, какие-то животные. Но везде просто, блин, я не знаю, у меня восторг полный причем. Спасибо Димке за билет. Так, тут у нас плавает, кто-то плавает. Но какие-то арктические, у них тут специальная вода даже. Четко холодная, чтобы они могли существовать. Вот. И плавает все. Вот, белуга. Извиняйте за съемку, людей очень много. Проезжаю как на Южном полюсе. Видно специальная температура, холодно, да? Макароны пельмени. Смотри, какие толстенькие. Вот, смотри, какой толстенький. Смотри. Друзья, ну, в принципе, показал все, что смог. День реально активный, очень все понравилось. И я при выходе посмотрел цены на билет, $123 на день, на полный. Но есть тут абонементы, можно покупать годичные, платить и ходить несколько раз в год. Что, в принципе, нормально, если есть ребенок. В принципе, у меня на этом все. Встретимся в следующем видео. Всем пока!